someone's going to be dead soon. Что же, привет, народ, у вас тут, походу, неплохая квартира образовалась. Я и не знал, что у меня такая квартира хорошая. Сейчас я не знаю, как я тут оказался, и меня отсюда отспаунило, когда я загрузил игру. В общем, я снова с вами до ночи, я снова ваш, черт возьми, за отмычка становился покорный слуга. Это и сегодняшней ночью, холодной русской ночью. Блин, в России снег. У меня тут нет снега. Вы знаете, в Лондоне нет снега. Это такая... В Лондоне такое есть, что снега не бывает, в принципе. Хотя, вроде, на этих выходных обещали аж 4 дюйма снега. Это вот так вот, ребята. Снега. Но, правда, он растает за... Хрен знает за сколько, но очень быстро. Слишком быстро. Хорошо, это даже наше основное задание. Вау, и куда же мне тогда топать? Недалеко же мы ходили. Джейд! Джейд! Так, это уже страшно. Что будет со Скорпионом, если вырвать у него жало? Приходи в музей, узнаешь. Трой, this is Crane. Ryza's taken Jade. He has her in some museum somewhere. Do you know what he's talking about? Museum, yes. Ryza's using it as his headquarters. Crane, you can't go there. That place was built as a fortress. You'd be walking into a massive trap. No, it's not subtle enough to be a trap. There's gotta be a way to sneak in, right? I mean, some way to surprise him? Let me think. Tariq, maybe? He's the museum's curator. He should know something about the dungeons hidden beneath the fortress. Great, I'll talk to him. All right, there's a building with a rooftop garden. You'll find Tariq there. And listen, if you get the chance, find yourself some new weapons. You'll need them. Да, ну у меня же есть автомат и пистолет, что еще нужно? Да, блин, сейчас ночь. Нужен фонарик, который у нас есть. И да, я забыл, что теперь у нас тут вокруг бродят всякие твари. Кстати, патрончики бы не помешали, но это ладно, это такая наименьшая из проблем, по-моему. Эти смотрители музея, я просто сейчас думаю, а куда же нам пойти в первую очередь груз? Не, ночью мы за грузом не пойдем, ребята, я же проникните в офис. Я просто думаю, куда сейчас пойти, где тут лучше всего. Тут еще башня Брейкена. Че, тут быстрый переход, наконец-то, есть что-то похожее на... Испытание стань героем. Наконец-то есть что-то похожее на быстрый переход, Майкл, стать героем. Так, проникнуть в офис. Давайте попробуем пройти вначале в этот, вот сюда. Используем воду, ребята. И навыки, которые мы получили в Assassin's Creed. Ну, еще здесь изобретательность. Знаете, я сейчас немножко начал скучать по Испании. Ну, какой Испании? По Тенерифе скорее, потому что в Испании этого нет. На Тенерифе есть чисто... Ой-ой-ой, зомбак. Ну, это не тот плохой зомбак, который бы меня сразу сожрал. Это такой умеренный. По куне. Знаете, что такое куня? Вы, наверное, не то подумали. Нет, куня — это как раз хорошая вкусная штука. Как же мне залезть туда, наверх? Что ли, попробовать? Ребят, мы рискуем, конечно. Мы сейчас можем просто спрыгнуть и уже не подняться, но... О, еда! Что там, правда, есть еда? Я не верю. Ну ладно. Фух, смогли? Вот и вход. И вот, я скучаю по куне. Это булочка, наполненная какао. Ну, не жидким какао, просто шоколадом, по сути. Жидким шоколадом. И очень вкусная штука, я ее очень любил. Вот это единственное, чего мне не хватает. Все остальное не видеть, не знать не хочу. Хорошо, проникнуть в офис, давайте. Патрон там соберем. Все равно она... Jade's being held hostage at the museum. Troy says the place was originally built as a fortress, and now it's Rice's biggest outpost in Sector Zero. I gotta get in there before Jade gets hurt. Or killed, or worse.
Все, погнали, ребята. Но мы должны схватить Алпу. Не должны, я подумал, что как доп. Задание, давайте для разнообразия попробуем. Нажмем свет сначала. Quiet! I heard something. We've got company. Пока ж дела идут не очень хорошо, у нас нет укрытия нормального. Да, в какой-то момент я разучился бегать. Нет, фонарь нужен. Мы, конечно, окружены, ребят, надо будет медленно пробиваться. Минус враг. Они убиваются очень хорошо с огнестрела, прям как в реальной жизни, знаете, пару пуль и все. Ну, бронежилет, естественно, их защищает отчасти. Надо сменить позицию. Чисто, нет, не чисто, конечно, надо парня снизу убрать. Полицейская винтовка круче, она хоть и не стреляет очередями, а стреляет одним патроном, но зато этот патрон убойный. Нет, снизу не пойдем. Наше преимущество как раз таки в высоте. Я понимаю, что если я отключу фонарь, меня хуже видно, и я не такой заметный, но, ребят, тут будет другая проблема, я не увижу никого. Враг. Остальные все внизу, только один наверху, но он там тут не простреливается, он не сможет меня задеть. Тут надо быть осторожнее, тут же. Может, нет, тоже могут. Жаль, если он не прострелит здесь. Слава богу. Ребят, пока есть возможность, обчищаем. Идут на меня. Расмелели, ну их мало осталось, им терять-то нечего. В лоб пошли. Ну, мне нравится искусственный интеллект, который здесь есть. С ним легко справляться, когда у тебя в руках оружие. Места-то нехорошие все заграбастали. Так, следим за мини-карты. Слава, мини-карты, кстати, не убираются. Тут можно более-менее проследить, где мы, вернее, мы-то чего, где враг. Все, погнали. Мы, считай, обчистили, но наверняка тут еще можно обчищать. Мне кажется, пока что хватит. Лучше лишний раз пальнуть, ребят, чем умереть. Так, они все наверху, кроме вот этих нескольких штук. Так, надо найти хорошую позицию. Что-то он бежать не особо хочет, когда у него винтовка в руках.
Естественно, тяжелая, конечно. Местность зачищена, ребята. Надеюсь, это считается зачисткой. Jade's being held hostage at the museum. Да, да, мы знаем. Troy says the place was originally built as a fortress, and now it's Rice's biggest outpost. О, так лучше. Итак, теперь это мой дом, вау. Как быстро такой прогресс мы сделали. Теперь стало из базы, это превратилось в дом. Найдите источник дыма. Давайте сходим к источнику дыма. Заодно я хотел сюжет, но... Давайте сделаем исключение. Так, огнестрельное оружие нам не друг ночью. Особенно, когда тут всякие твари бегают. А он поможет отбиваться. И тут как бы спору нет, но... Она приведет с собой лишних свидетелей. Который, знаете, поглазеть, попробовать мои способности, поглазеть на то, как я дерусь, и мы этого не хотим. Нет, эти твари все-таки по крышам лазить еще не научились, они до сих пор по земле. Там наверняка... А, безопасно, там наверняка какие-нибудь наши друзьяшки сидят. Ну и такие друзья, которые, так сказать, нуждаются в помощи. It's you, Crane. I've seen your face on the posters. You've got to help me. What happened to you? I took a bullet from Razor's men. I'm a runner too. Well, almost. Look, I'm out of commission. Can you help me out? I need you to finish this run for me. Look, I'll get you to a shelter or something, but I've got other things to take care of. You don't have anything more important than this, I guarantee it. All right. Tell me what you got. The source of the epidemic. Where? David can show you. Here's a list and a bag with the things I already collected. The rest is on you. When you've got it all, take it to David. He'll tell you everything. You'll find him at the Royal Canal. Tell him Spider sent you. What about you? I've got a safe house nearby. I'll be fine. Just help David. That's all that matters. Так, кстати, у меня неиспользованные очки. Как всегда, ребята, неиспользованные очки. Постоянно. Это хорошо, что они есть. Научись делать кошку свою помощь быстрее, если не передвигаться. Так, кошечка, это хорошо. Так, с маскировкой. Я бы тоже не отказался, кстати, от такого. Ловкие руки. Дайте больше добычи. Давайте кошку сделаем. И у тайника в убежище, что же, тоже хорошо. Я просто сейчас думаю, чем конкретно нам заняться. Давайте очистим вот эту зону. Можно найти ткани одного из вот этих тварей, вот этих вот. В принципе, такой неплохой вариант. Раздумываем, сможем подавать. Так, тут одна вот эта тварь. Давайте попробуем завалить его, может быть, что-то получится. Если не начнут лазить сейчас. Начали. Это тот момент, как в фильмах говорят, тебе надо вот отсюда сваливать, парень.
Вот так, вот это я понимаю, вот это поёвка, видите? Мощное оружие дает о себе. Уйди! Что, далеко не уйдешь без головы? Ну и правильно. Надо обязательно перекрыть дверь. Возьми, что же я сделал? Ну ничего, мы сейчас спаунимся. Надеюсь, мы вроде не потеряли никакие очки выживания, что хорошо. Умерев по глупости всегда что-то такое бывает. Отравленный дротик, яд добавляет яд ко всему холодному оружию. Я буду покупать фермерский серп. Я просто думаю, стоит ли это... Нет, у меня, в принципе, и так нормальное оружие. Так, зато у нас есть кошка, ребята. Так, у нас с собой есть кошка, грубый клевец. Это рабочий топорик 118, винтажная кирка, грубый клевец. Что-то не очень эта штука. Ладно, я чувствую, что стоит купить что-то новое. Так, мачете танто. Я думаю, какой из них получше обращение. Вот у этого 93. Тяжелее он намного. Мачете танто, военная винтовка. Я вполне устрою это мачете танто. Именно, да, все, место занято. И посмотрим теперь, какие у нас есть задания, на куда мы отправимся. Посмотрим, что ближе, туда мы и, собственно говоря, будем топать. Значит, что все в фан-зоне. Найдите предмет и... Идите в квартиру Руперта. Руперт, это... Найдите смотритель музея. Даже не знаю, что тут по прямой есть. Какие, скажем так, точки. И я все-таки отправлюсь в квартиру смотрителя, а по дороге, ребят, мы с вами заглянем вот сюда. Пройти. Сейчас не услышали, это очень хорошо. Да, я, кстати, я с Лизой много смотрю Гриффинов. А так один нет, не знаю, потому что одному... Не то, что мне нравится Гриффина просто. Я, так сказать, берегу удовольствие. Чем быстрее мы взялся на крышу, тем меньше шансов, что меня увидят. Кстати, хорошо, что фонарик отключать не обязательно. Нет, они меня чуть-чуть чуют, как бы. Они начинают уже смотреть, что где тут Евгеньич бродил? Где? Вы его слышали? Меня не заметили? Ну и где моя награда? Видите, я прям напрашивался на награду. Никто мне не говорил, как пользоваться кошкой. По поводу, кому-то помощь нужна. Ай, ладно, не буду помогать, потому что я злой человек. Хотя нет, я не злой, но я не могу помочь всем. Придется с кем-то пожертвовать. Так, все, новые твари лезть не будут. Видите, пролезают. Вот так что пролезли новые.
явно недоволен, что я хочу пойти к нему в ванную, чтобы посмотреть, чем он занимается. Возьми, я не хотел, но... Тебя я не хотел убивать, но я вынужден. В опасной зоне случайно тут ничего не лежит, но ждать до вечера. Тайник. Кстати, может быть груз мы сможем подобрать, а? Как бы хочется, понимаете? Хочется, но... всегда очень успешно. Вот на меня идут. Ладно, мы отпереть замок смогли, это уже много. Все, бегуны! Нет, бесполезно, если тут бегуны, мы недалеко не уйдем. Ладно, все, погнали отсюда, ребят, мы не сможем открыть. Может быть, потом. Я, знаете, если один, значит, придут другие. Да, тут собирать что-то, кстати, стало крайне тяжело, я должен сказать. Несмотря на то, что у нас есть и более оружие покруче уже, и так далее, и тому подобное, все равно зомби стали, эти бегуны постоянно появляются, и уже стало не так легко, как раньше. If you're looking for food, you've got to wait and get your rations like everyone else. That's not why I'm here. I'm Crane. I'm a runner. Anything I should be looking for out there? We're pretty much out of everything. Food, water, medicine. You wouldn't expect Old Town to be poorer than the slums, but it is. Got to admit, it makes me wonder about those rumors of a big supply cache hidden somewhere in the city. Too bad the one person who'd know if it's true is David Erdl. You can't get anything out of him. Where do I find him? Across town. He's not dangerous, he's just difficult. He's the former town clerk, and he can be extremely bureaucratic about things. Try not to kill him, but if you have to kill him, I'll totally understand. Да, это конечно. 5-10 тысяч. Да, награды стали давать большие. Просто хочется мне сюжет повыполнять. Что же, заходим внутрь, ребят. Но внутрь мы зайдем в следующей части. Спасибо за просмотр и до следующей части. Пока.